сцене Щелковского театра образцовый детский коллектив, хореографический ансамбль «Волна». Своим выступлением ребята открыли праздничный концерт, посвященный Дню труда в Подмосковье. Праздник отмечают ежегодно с 2007 года. В этот день принято поздравлять лучших представителей профессий, чей труд приносит особую пользу. Награды и благодарности вручил заместитель главы городского округа Щелково Дмитрий Толмачев. Дорогие друзья, мы живем в замечательном городе Подмосковье, городском округе Щелково. У нас отличная социальная сфера, у нас шикарные научно-промышленные предприятия, у нас замечательные учреждения транспорта, дорог, связи, благоустройства и так далее. Это можно перечислять бесконечно. Всего в нашем округе работают 10 тысяч предприятий и 2 индустриальных парка. Активно развивается социальная сфера. Благодаря слаженной работе команды во всех сферах и направлениях, при поддержке правительства Московской области, город Щелково 3-й год подряд находится в числе лучших муниципалитетов Московской области. На празднике наградами был отмечен труд 22 человек и успехи коллективов 4 муниципальных учреждений и 1 промышленного предприятия. Анна Наприенко, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.